Гора! Товарищ президент Республики Беларусь, вооруженные силы занимаются в соответствии с планом подготовки. Министр обороны... Значит, войска у нас сейчас, лицо воздушной обороны ПВО и ВВС, повышенной боевой готовности. Сейчас обстановка у нас не критическая. Ну вот, трое суток после событий рядом с нами, я имею в виду Брянской области, когда были сбиты 4 воздушных суда, мы вынуждены были на это реагировать. С тех пор мы находимся... ...органов государственного и военного воздушными силами и войсками противовоздушной обороны полковник Лукьянович. Трех суток или трех? Субботу. Главная задача, решаемая военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны,